Как отличить сердечную боль от неврологической? Зачем идти к кардиологу, если не болит? Как прислушиваться к своему сердцу, чтобы оно билось ровно и долго? О здоровье главного органа. Доктор ответит на все ваши вопросы. 21 марта. В студии врач-кардиолог областного кардиодиспансера Гузель Бикбаева. Программа «Звоните доктору». 21 марта. 18:15. На телеканале «Самара ГИС».